Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень профессиональное устройство, а именно Nomu T18. Данный телефон не просто является сам по себе каким-то рабочим инструментом, который не боится ни падений, ни погружений под воду. Он выглядит как полноценная рация, что в принципе тоже про данный телефон. Данный телефон может также подключать сюда антенну и вполне использоваться как полноценная рация с переключением частот и всему тому подобное. Что же, давайте посмотрим сначала на комплектацию, а потом вернемся к самому этому телефону довольно интересному. Итак, что у нас есть в комплектации? Сразу же мы можем заметить инструкцию для пользователя. Также здесь есть съемная камера. Данная камера предназначена для, наверное, каких-то специфических профессий, где нужно заглянуть куда-то за угол и там что-то подснять. И для данных условий данная камера будет просто чем-то незаменимым. Подключается она прямо в данные коннекторы в данном телефоне. То есть довольно-таки удобно. Закручивается потом на данный болтик и все держится довольно-таки крепко. Что у нас еще есть? Также у нас есть специальный ремешок для данного телефона, чтобы его закрепить и чтобы он где-то за что-то цеплялся. И если он выпадет, к примеру, из кармана, то чтобы не потерялся. Также здесь есть антенна для той же рации, чтобы телефон ловил на гораздо дальше расстояние и связь держал гораздо надежнее. Также здесь есть блок для зарядки данного телефона. Специальная прищепка для того, чтобы ее можно прикрепить к самому телефону и потом сам телефон повесить, например, на ремень ваших штанов. Довольно тоже удобно. Также здесь есть специальная отверточка и скрепка для того, чтобы доставать сим-карты и для того, чтобы открывать эти все резиновые заглушки, которые служат для того, чтобы вода не попала внутрь данного телефона. Также здесь есть напоследок еще один специальный держатель, который можно тоже сюда присоединить и тоже на что-то подцепить данный телефон. То есть с тем, чтобы прикрепить данный телефон куда-либо, совершенно не возникает проблем. Также напоследок здесь есть кабель подключения телефона к компьютеру, и на этом комплектация закончилась. Довольно-таки объемная комплектация, стоит отметить. Что можно отметить по самому телефону? Данный телефон полностью произведен из прорезиненного пластика, который не только защищает телефон от падений, а, как вы знаете, и от воды данный телефон успешно таки защищен. Что же, давайте посмотрим, что у нас есть на гранях. Итак, с правой стороны находится очень много всего, а именно сканер отпечатка пальца, который в принципе довольно-таки надежно расположен, точнее удобно. Также здесь есть кнопка блокировки, кнопка настраиваемая для рации, также здесь есть разъемы специальные под наушники и под зарядку, и все. На верхней части находится специальный переключатель частот рации, то есть здесь довольно-таки много всего сделано для рации, и специальный разъем для подключения антенны. Также есть кнопка для вызова SOS каких-то экстренных служб. С левой стороны находятся две раздельные кнопки регулировки громкости, слот под сим-карту и карты памяти, а также кнопка для того, чтобы переговариваться по рации. С нижней части расположился только отверстие для микрофона. С задней стороны здесь расположились съемная задняя крышка с специальными креплениями, коннектор под съемную камеру, своя камера на 8 мегапикселей и вспышка. На передней части расположился у нас довольно-таки неплохой 4,7-дюймовый дисплей, который также получил неплохое разрешение в размере 1280 на 720 точек, то есть HD разрешение. За производительность в устройстве тоже переживать не стоит. Здесь установлено 3 гигабайта оперативной памяти, которые дают очень неплохую такую многозадачность, и благодаря ей никакое приложение не испытывает какого-то недостатка памяти. Все они запускаются очень быстро и работают крайне плавно. То есть даже несмотря на то, что это защищенный телефон, работает он очень хорошо. Процессор здесь установлен 8-ядерный от MTK, и он способен воспроизводить абсолютно все эти приложения без малейшего глюка, фриза и всего тому подобного. Своей памяти в данном телефоне 32 гигабайта, а также сюда можно подключить карту памяти,
как вы помните, в разъем для сим-карт размером до 128 гигабайт. И давайте не будем много говорить, сразу же проверим, как данный телефон ведет себя в играх. Что можно сказать про Nomu T18 в итоге? Это отличное рабочее устройство. Данный телефон имеет просто невероятный набор функций, прекрасную работу с рацией, которая не уступает порой даже полноценным рациям, которые только на это и подвязаны. Телефон имеет очень хорошую защищенность, неплохое железо, благодаря чему ни одно приложение здесь не лагает, и даже в игры вы сможете здесь вполне поиграть на довольно-таки большом размере дисплея. Телефон поддерживает работу с двумя сим-картами, имеет большую батарею на 5200 мАч и, в принципе, неплохую камеру на 8 мегапикселей, благодаря чему вы даже фотографии сможете поделать довольно-таки хорошего качества. И на этом все. Приобрести данный смартфон вы можете в нашем интернет-маркете tu.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.